поохотились почти на $2500 и уголовную статью. Именно такое наказание грозит двум жителям Добруша за убитую выдру. Мужчины охотились без разрешения и попались областной инспекции охраны животного и растительного мира. Вред за незаконную добычу одного животного вида выдра, к тому же исчисленный в двойном размере в связи с тем, что данное животное охраняется международной конвенцией СИТЕС, составил 200 базовых величин, что является крупным размером. И в отношении данных граждан Добрушским РОСК возбуждено уголовное дело. Горе-охотники, к слову, не смогли пояснить, зачем им понадобилась туша выдры.